К ужасу, к сожалению, и общему нашему молчаливому изумлению, значительная часть Украины, украинского народа, безусловно, не все, и я надеюсь, что даже не большинство, но значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма. Какое это имеет массовый характер? До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Ты понимаешь? Ну, я точно не могла себе представить, что их там столько. Что это, ну, просто явление, это основная вообще сила действующей Украины. Ну, я тоже думала, что это группировки, да, власть с ними заигрывает, да, власть ставит памятники, там, Бандера, праздники, в школах объясняет. Ну, не может же быть, что наш народ, наш, который вместе с нами воевал с нацизмом, и вдруг у них так много их стало. Пожалуйста.